Я снова рад приветствовать вас на моем канале. Меня по-прежнему зовут Джимми. И это по-прежнему Dead Space. Финал. Попытка номер... Не буду говорить, какая. В общем, со стримом у меня там немножко не заладилось в конце. Да. Игра просто вылетала. Потом я сделал попытку без стрима. Решил просто записать ее. Все то же самое произошло в том же самом месте. У меня зависла опять игра. Ничего, короче, у меня не получилось. В итоге я скачал другую версию игры. Благо, сохранение здесь без проблем переносится. В принципе, даже ничего не переносило. Они сами уже автоматически открылись. Вот, в итоге сейчас... Да, четвертая попытка получается. С новой версией посмотрим. Я уже должен добить эту крокозябру. Закрыть игру и стать просто счастливым человеком. Да. Так что я успею еще взять тут. Ой, что у меня вообще там с патронами-то? Все нормально? А, лезвие. Они вот мне нужны вообще. Может мне их просто продать, нет? А? Так, давай. Они же мне просто не нужны будут сейчас. Или нужны? Кто их знает, вдруг нужны? Я не помню, вот честно. Там только сражаться с этими придется. С этой дурой большой. Или же мне придется еще с монстрами. Ну я, наверное, продам, да. Давай, продавай. Дай. Да. И... Да. И... Куплю-ка я, наверное, на все это бабло, которое у меня накопилось. Костюма все равно уже не будет нифига. Так что... А, вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот. И рюкзак. Где рюкзак? Где рюкзак? Где рюкзак? Вот. Тоже... продать. Да. Хотя, наверное, можно было узел там вытащить оттуда. Ну хрен с ним, блин. Пофиг. Абсолютно. Так, давай. Сделаю небольшой апгрейд. Чего? От этого? Давай ущерб, может. Ой, подождите. Я понял, да. Сюда. Там сюда и вот сюда. Все полностью, короче, вкачали. И еще три осталось. Ну, три. Че? Ну куда мне три еще? На что кинуть? Я не знаю, на чем. Может сюда? Угол. Мина. Давай вот так. Блин. Объем или перезарядку? Я перезарядку. Все, ладно. Как ни странно, но я до сих пор надеюсь, что все получится. Кого я обманываю? У меня опять сейчас ничего не получится. Да, да, давай. Она сейчас опять будет кошка мяукать, если прислушаться, когда ее размазывают. Может быть, она какой-то потомок кошачьих? Нет? Давай, покажи свое личико уже в конце от концов. Айзик такой охреневший. Че? Что это такое? Ой, фу, хотя. Ты так воняешь, слюнями здесь своими бросается.
Бегаем по кругу. А вот не попал. Так. Эй, я повысил там урона, блин. Мне вообще с первого раза должно все получаться так-то. Блин, не хочу я его терять из виду. Ой-ой-ой. Ну, в принципе, да. В принципе, быстрее, наверное, получается. Так, какая клешня? Давай. Вот эта клешня, да? Ага. Блин, не успел, надо было нижнюю, наверное, долбить. Да-да-да-да. Вот как тут навестись? Давай ближе. Ну, хоть попал. Так. Последний давай. Блин, да подожди ты. Ну, смотри, чё. Да, тут, конечно, так нервный такой момент. Господи, откуда у меня ружье-то вылетело? Перезаряжайся. Вот на этом моменте у меня все время... Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Чё-то, чё это? Чё такое? А, тебе больно. А, теперь мне больно. Ой, нихера себе. Да ты офигел, блин! Ты чё? Что за бред? Чувак, ты давай что-то там уже придумывай. Ой. Пси. Ха. Вот он что делает. Вот он что делает. Смотри, смотри, смотри. Зиди. Вот он что делает. Я так и знал. Я так и знал. Блин, мне надо другое оружие. Мне другое надо оружие, блин! Что издеваетесь? А, он в своих, короче, тоже замудохал. Подожди, подожди, я не понял. Он в какой-то момент должен открывать... Ты смотри, что делает, а? Все, у меня аптечек нет. Открывай пасть свою. Ты смотри, что. Что-то он не поправил, не играет, по-моему, нет? Мне кажется. Так. Или я что-то неправильно делаю? Стоять. Он открылся. Угу. Открылся. Аптечку, блин! Мне аптечку надо. Да я же бегаю. Я же бегаю я, блин, что ты прицеливаешься куда? Офигеть, мне просто не дает вообще никаких вариантов. Ой. Очуметь. Аптечек у меня, по-моему, больше нету. Хоть как-то. Ну, давай, открывай пасть. Надеюсь, у меня хоть патронов-то хватит на это дело. Угу. Прям почти попал, смотри, что. Прям почти. Так. Так. И. Открывай. Но это же не все, ведь, да? Это же еще не все. Так, ящик. Бери хоть что-то. Что происходит-то? Я ничего не вижу. Он бьет меня? Или это он так умирает? Господи. Ты че?
Чё, всё? Серьезно? Ты клешню забыл, не? Охренеть. Чё, и чё дальше-то? Бежать надо куда-то? Ехать? Спасаться? На корабль? Но я, наверное, жду, мне не понадобится, что тут оружие, да? Так, что тут такое? Мне надо погрузить. Или мне не надо грузить? Надо грузить, все отлично, ладно. Сваливаем. Значит, сваливаем. Ой. Ой, господи, что? Что это происходит? Закрыто. О, открыто. Сейчас булыжник, короче, свалится, да, на нас. Это скорость подъема, блин. Он же в космосе. Охренеть. Блиц. Да, я представляю. Куда он там нажимает, я что-то не пойму. Там нет ничего. Да, все умерли. Айс, привет, это я. Жаль, так хотелось поговорить с тобой лично. Прости. Наконец-то я это сделал. Я прошел Dead Space. Боже ты мой, какое счастье. С 10-й попытки я это сделал с разными версиями игры. Вот. В общем, хочу сказать всем спасибо, кто меня поддерживал хоть как-то. Просмотром, лайком, комментарием. Мне было очень приятно, и для меня это очень важно, на самом деле. Вот. Михаил Батькович. Тебе вообще отдельно спасибо. Вот. Ой, так приятно. Так приятно, наконец-то я хоть что-то сделал до конца в этой жизни. Доделал, точнее. Вот. В планах, конечно же, есть прохождение второй части и, соответственно, третьей части. Вот. Третья часть, естественно, в кооперативе. Все это у меня уже все есть, эти игрушки все лежат. Вот. Главное, чтобы дошли, как говорится, ручки. Ручки дошли. Вот. Еще у меня идет сейчас на канале Outlast. Жуткая вообще игра, просто вообще жуткая. Я вообще не знаю, как ее проходить. Я ее прохожу одной серии раз в 2 месяца от меня выходит. Вот. Ну, не знаю, может быть, сейчас почаще будет. И вообще, в принципе, у меня такая вот... есть такие планы. Я, конечно, буду делать запись игр, но все-таки по большей части я хочу их стримить. Это много проще, чем вот записывать, то глюк, то косяк, то 5-10, пока это все рендерится, пока там еще что-то. Проще сделать стримом. Вот, у меня вроде пока это относительно получается, ну, в плане техническом. Единственное, что вот, ну, вот игра, да, меня подвела в прошлый раз. И вот видите, в этот раз вот все нормально, я прошел с новой версией, и глюков не было абсолютно. Просто вот такая была версия глючная. Вот. Будем надеяться, что этого больше не повторится. Очередной раз повторяю. Спасибо. Вот. Еще раз всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи. Всем пока.